Факьюс, если у меня 24 дня, это нормально? Процентов? Нет, 24 всего. Но это не очень, это более-менее жить можно, но 20, не очень. 24 дропа всего, не 240, а 24. Ну, жить можно, это не так страшно. Из 216 тысяч. Нет, ты там на эти тысячи не смотри, это о другом. Ну, а никто не леснет. Ну, ё-моё! У нас техники-то вообще нет. Ребята, какой ген, ребята, гоните на точку А. Беру гром, гоню на желтую. Ребят, я на гене не стоял, я отстреливал оттуда просто. Понял, понял, понял тебя. Спокойно, ребята, спокойно. Просто вчера такого не было вообще. Очень тупые мины, точек ненавижу. Вообще их не видно. Кровавые ангелы поддержат нас, надеюсь. Кто нас поддерживает? Кровавые ангелы, подразделение ПС-2. Ред, вообще-то ты из него вышел, ты что? А, да. Кровавые ангелы, Бехирида. Жестяк. Объем заняли. Принято. А, Макс, Макс идет. Макс с этими заходит, короче, с изломами. Слышу этого козла. Так, нужен гром. Развернутый. Гром рядом находится. На резкий подъем нужен. Он не успел. Он соскочил, да. Рот. Фу, да резко, пофиг. На точке. Побегаем с противовоздушной пока. Тупый ты, инфилист, пупышка. Первый этаж, блядь. Значит, Скайган, что-то живой? Что-то пихом никак. Да, живой. Вега, давай с тобой покатаемся опять на карате. Тогда я ухожу на изломы. Окей. Я на изломах, все нормально. Ребят, палисад нам не суть важно. Мы самое главное отпилить им мау, не дать им выгонять обмаграйдера. Все путем. Итак, дорогие зрители, которые будут смотреть это все в записи, вы видите текущее состояние на момент часа игры алерта. Мы держим 40%, контролируем 40% Эндара, но тем не менее, это дается нам очень-очень тяжело. Выбранное нам направление суверенитета Вану дает о себе знать. Вега, давай, наивущий. Бегу-бегу, я слышал. 10 секунд. Я уже там. Ну, стелс убери, пожалуйста, под эту рельку от меня. Сейчас. Просто я и толком никого убить не смогу, и мне еще оружие может заблокировать. Потому что я понаубивался. Пацаны, патрончиков подкиньте, я турель разберу. А, Богдан, битрейт в 960... 960 кпбс нормально? 160 чего? 960 килобайт в секунду. Килобит per second. Это необходимая скорость, которую он принимает, я так понял, он тебе данные выводит, да? Да, мне данные вьюверсов, битрейты, фреймрейты, энкодеты, дропты и так далее. Ребята, диверсант пробежал. Это вполне в порядке, понимаешь? Оно когда плохо, оно красненькое. А у меня все красненьким написано. Обижаем с мало. Не, серьезно, он мне постоянно, никогда зелененьким не писал. Окей, окей, я слышу. Нужно перенастроить битрейты. Там, я же говорил тебе насчет битрейта. Только сейчас там не выезжай, пока 2000 что выставляешь. А мне красным показывает просто. Получается, что стрим идет фигово. Это значит, он не настроен под твой комп, вот и все. Угу. То есть не обязательно, что он фигово. Он может идти хорошо, но твой комп может лучше. Понял тебя, будем экспериментировать. Спасибо. То есть настройка не оптимальна, вот как это. Сказал бы сразу под... Минус. Танк заехал к нам. Ребята, подъем нужен на окошко, нас Макгрейдер подбил. Мы зовем это атакой на
Тактическое превосходство. Ребят, сейчас начнем грызть кактус. Первая народ, остановка. Кто-нибудь с вами воюет, то дымится там. Вот, давай поехали. Да, да, воюет. Раты идут на мау. Добили. Вы же по башке настучали. Ну поехали, что я положу на терминал. Так, ребята, нам нужно... Ребята, нам нужно идти в направлении. Нам нужен гром по метке вот здесь. Еще один гром нужен по направлению на метке к точке Альфа. Сваливаем. Да, нормально. Альфа, Браво, метки там разгонят грома. Крыше. Остальные должны добраться до желтой метки. Садки на еще один. Где-то. Беру Макса. А почему у нас в отряде только три человека? Не есть, знаю, не присоединяется никто. Не открыт? Сбоку. Открыт. Ага. Отъезжай, отъезжай. Затем. Так, ребят, обращаем внимание. Мы сейчас начнем хакать техстанцию. Техстанцию начали хакать. Техстанцию начали хакать. Техстанцию начали хакать. Перекрасили. Ребят, обратите внимание, ее 100% придут отбивать в ходе. Больше людей на точку. Харасеры, загоняйте как можно больше на балкон. У кого есть прокачанный харасер, берем, перекрашиваем консоли, загоняем харасеры. Сзади, сзади, сзади. Сейчас уничтожим. Будет очень сложно, не расслабляйте булки. Поехали поищем технику. Их уже ноточка набилась прилично. Но в ходе придут точно, они такие точки не бросают. Ничего. О, здорово. Впереди фотон. Как минимум одна-две попытки от них будут. Впереди фотон. Никто не спорит, никто не спорит. Никто гром даже не прогнал. Причем, скорее всего, первая будет через балкон. КВ сзади. Коса летит. КВ сзади. Убили. Ребят, у кого есть харасеры, загоняем на балкон. Если кто не знает, как загнать, подъезжайте вниз, я вам покажу. Погоди, щиты ж подняты, я не знаю, как проехать. Внутри хакаем. А у нас сейчас два. Я вижу танк. Ты видишь на карте танк? Консоли, консоли. О, нет, не вижу. Они хакнутые. Назад, назад. Разворачивайся. Ребят, да обе консоли наши. Берем харасеры. Харасеры, поднимайте с падающими. Быстрее, ребята. Они примерно заходят на сейчас вторую, на третьей минуте. Да, он здесь. Здесь. Ага, дымится, дымится, да. Умазал. Танк дымится. Быстрее. Ребята, берем харасеры, загоняем на балкон. Все, у кого есть прокачанные харасеры. Консоли взломаны, берем харасеры и загоняем на балкон. Блин, промазал, сюда. А вот и пацаны наши, друзья, они все внизу. Лопал. Они здесь. Я из сокоралов зайду сзади. Это иксы. Да ладно. Есть, попал, что ли? Да. Давай вдвоем через, вдвоем. Чинить. Поднимите, ребята, поднимите рядом с прыжковым, много валяется. Ту, наших, я медом ребята, зашел. Поднимите меды, инфаркт, цепочек. Садись, садись, поехали. Грена пошла? Есть. Отлично, молодец. Ваншот, ванкил, мазафака. User joined your channel. Патроны. Юпикае, мазафака. Бля, парни, честно, если в ходе войдут, мы нам их не хана. Удержим. Возле меня лежат, подбирают. У нас чистый понт, ребята, сейчас мы берем чисто на понт. Ну, мы не то, что не организованы, нас тупо здесь мало. Нас просто нет, здесь вопрос не об организации. Они уже идут максами. Дымится. Откуда? Коса. Сзади ухода. Ничего, дальше едем. Стой. Принял, принял. Разбросаны вниз, видите, мы в тельняшках. Впереди. Встанем на балкончике. Они вылезают, вылезли. Смотрите, они будут идти с той стороны. Впереди, впереди, смотри. Выходят. Выходят, выходят, входи. Много? Принимайте, пока что четверо. Пятый. Слева. Нет. Помоги уже взяли. Впереди инвиз. Сзади, блядь. Есть.
Его убили. Сзади. С малого балкона, с заднего балкона. Катайся, здесь, я буду стрелять. Впереди. Внизу нужен рез, если получится. Ребята, рез нужен срочно. Сейчас добьем. Давай, спасай! Впереди. Парол, ножом его, ножом! Обшивку скрывай и нож свои туда. Свои спинки не стреляйте. Славяне. Подъем быстрее, ребята. Ребята, ремонт! Патрона. Подъем, ремонт. Впереди, огурчик. Думаешь, это ходи, пиво, ходи. Да. Вижу. Понял. Сзади же. Никто не понимает. О, нахуй. ACU-ху, да? ACU-ху надо заломать, пацаны, ACU-ху заломайте, кто-нибудь один на ACU, быстро, шустриком, сломайте ACU. Я пошел. ХВ никак, там полно народу. Сперу я с тобой. Инфилем, двое, больше ни. Инфилем, я хочу. В техстанции, в самой. Или на ACU много народа. На ACU, на ACU там хуево куча, отвечаю. Прыв. Сзади. Фигня, отбор. Опять сзади. Пиздец. Один экстершник. Сзади, ребята. Да какой ты, глянь на карту. Назад чип. Есть. Я имею в виду через нижний. Мед зашел. Тоже один. Медовуха, моя моя. Вон, еще выпрыгнул. Сейчас. Помазал, господи. Ничего. Мед стоит. Сваливай. Парни, вот свои, не надо в спину стрелять, пожалуйста. Пытаемся. Блин, это тем коса. Более без причины. Закомпромайзил, что ли? Блин, Кверти. Да, вот. Он опытный, так что тут... Кверти — это зверюга. Да, он там и хорошо. Вот, опа, он опа, только прилетает, когда у нас половина. Сзади! Ребят, нужен лимон. Там свои бегу, вообще... Бегу на то, что бегу. Сейчас чудят. Просто чудят. Стоял, никого не трогал, тут мне гранаты под жопу. Давай пока. Ебать, такой пару, прикол ты? Сейчас был. Тактично, пару, короче, со ступенек спускаюсь, три пеха. Я конкажен, всех вынес. Бежит. Я так рад, что его вкачал. Не добежал к вам. Не вижу фогов. Да, я понял, XV, как захватим, разминируйте ACU. Где патроны, мать их? А, вот они. Не надо, пусть взрывается. Ребята, точка. Да пару ладно. Пехов. Офигеть. Пару пехов буквально хватит. Я минус. А чё получается, я так понял, если они стоят в инвизии, не двигаются, их не видно? Видно. Да не видно, я тебе отвечаю, видно, два раза попался. Если не двигаются, не видно. Если не в инвизии не двигается, не видно. На радаре не видно. Я на него смотрю и не вижу. Короче, всех. Если он стоит, у него его почти не видно. Но опытному игроку заметить его. Это расстреливайте этих ссаных максов, ребят. Меня поднимите. А где ссаные максы? У меня на сию некому поднять. Нет, дорогой друг. Выгнали гром. Ребят, будут контратаковать. А где входит? Где наш? И... Лежите 8, 7, 6. А 3. А 2. Один. Перезахват. Ноль. No. Русик. А где Ходи? Что? Чё? Ходи где? Надуйте. Ну они приходили маленькими группками, размером. Все риторический вопрос я отрисую фогом. Где вы, ребята? Где вы? Приходи. Они вам подвозят. Из них кто-нибудь из командиров. У вас так же человек. Ребята, Макгрейдер на входе. Ребят, вы чё ещё до сих пор в игре, что ли? Да. Не приносишь себе. А что случилось? Да нет, просто. Не загрём, бля. Ебать, ребята, это, большое ты... количество пехов. На взводное место. Ребят, стоит два огромного. А, один. Да сдохни ты, сволочь. Там вроде еще один зашел. Нужно здесь группу оставить. Загнать группу на вышку инженеров. Ред, одна минута будет готов этот... Ребята, ремать надо все дела. У нас, кстати, на желтый, на взводный, браво, на метке браво, стоит гром, уничтожить.
Ребята, ладно, я пошел. Всем удачи. Давай, Жень. Давай, что случилось? Давай, все нормально. User disconnected from your channel. Ребят, за матерью бегал в поле полчаса. Поехали на моем с падальщиком, там куча пехоты, сейчас прокормим немножко. Ребят, давай. На вышке, на турелях, перехакали некоторые и сидят. Ребят, я сейчас зайду, помогу. Отряд НЖ, отправьте сюда. Я взял. Рэд, а где-то я на восточке. Я на Мау взял. А, все, бегу. Ребят, там, прикройте. Разбиваю, да, перехаканные. Я смотрю, ребят, альтап починили. Да, чуть-чуть. Ага, понятно. Чему чуть-чуть? О, вали танк. Парни, задача простая, выдвигаемся на наблюдательную вышку. Отлично, я еще и горю, классно. Выдвигаемся на наблюдательную вышку Мао, движемся на метку. Там, в общем, ну вы поняли, нам нужны громы. Я сзади тебя. Ребят, я пытаюсь гром развернуть, у меня не получается, здесь танк. Я сзади, да. А где ты собираешься их разворачивать? На метке? Да. Раньше на юго-восточный. А вот гром разместить на метке Чарли. Гром развернуть на метке Чарли. По-моему, сидят прямо на крыше. Прям на самой-самой крыше. Да. А чего так далеко чисто разместить гром? Поднялся, вообще никого. Тут ребята, инженеры чинят турели на вышке. Поднимитесь еще несколько людей. А, хотя поднимаются рандомы, сейчас займут их. Надо починить нашего. XV отдадим, ты же починим. Принял. Ребят, вы хреново встали. А, подвезете? Садись, Жень, садись, поехали. Подвезите, быстро на метку меня. Слева прикинь, слева. Он нам стреляет. Чинитесь. Все, все турельки починили. Единственное, людей не хватает, чтобы занять их. Ребята, сейчас нам надо двигаться на вышку. Там Мау. Лидер сидит, я его с танковых мин сейчас уничтожу. Окей. По дороге, по этой вот, по правой от тебя не ехай, Шрам. Там мины. Окей. Я сейчас турель сниму. Да, мне не туда и нефиг ехать, там турель. Садись. Ребят, садись, касат. Чини. Пехота есть перед нами? Смотрите, пехота перед нами. Блин, туда завернул. Нету никого. Вон! Мина, блядь! Ага. Я бы один отряд... О, гром дает прям совпадение. Он проехал, я прям мину взорвал. Я все равно коснутый. Ты убери отсюда, за здание заведи, за меня здание сейчас заведи, убьют. Там поремышься. Нужен инфактор срочно. За здание. Впереди молния. Молния, давай по ней. Инфактор смысл. Мы машины складываем. Дальше там не убирай, гром. На сиреневую метку гони. Давай, стой на месте, пока безопасно. Да тут танк есть. Блять. Фак, если ты меня поднял, мы ее не разберем. Давай, добивай ее. Тут фоги на складе НС. Видно, вот так делается. Чуть-чуть, давай. Я не понимаю, почему они про склады НС. Кто нас слышит, еще помощь нужна на это самое. Он его чинит. Нужна помощь еще на складе НС. Кто слышит. Потому что отрежут нам, отрежут верхний линк вот этот нам. И тогда мы потеряем гексы вот эти наверху, которые не будут считаться. Справа пехота. Ребята, у вас запрашиваю поддержку на точку. Но здесь фоги, зойки. Инженеры. Фоги, зойки, короче, все дела. Точка не наша. 14 секунд захвата. Убили. 12 слева. Вон, бежит. Сава. Есть. Ребят, перехватите точку, сейчас мы прилетим. Блин, нас склады нас отхакивают. Стой, давай починим. XV сзади. Да, еле-еле на пробитие проперлись. Убили его. Садись, Жень. Садись. Нормально, склады нас, по идее, должны убить. Только если там, конечно, не фоги. Так, ладно, тогда. Там фоги. Там фоги.
Если входит, то да слышно тебя, да, все нормально. Так с вами не беги лучше, там ПТшка против бота будет. Хотя бы один отряд как минимум. Ой, да они сразу 3 гекс вперед, а отбивают склад у нас. Отбивают? Да, вот единственный склад. Алатум, идите на Алатум, дайте Алатум, быстрее, пока не поздно. Мезу мы берем, склад Зурван. Складанец, фиолетовый линзер. Давайте, дайте Алатум, мы сейчас тут фугов задержим, отобьем точку, чтобы наши гексы нам считались, зачет. И потом тоже пойдем на Алатум. Ну я вот тоже хочу, чтобы тоже такой сняли. Кому на Аинш нужен? На, нет, да, Инш, мне, турель, бегу. Турель. Там мины сейчас будет лежать, календарь. Рост. Да. Склады мы теряем, линк теряем. А погляди на 12 часов, 12, да. Сейчас турель снимем. Я мин. Да Пех. Откуда тут мины, мины, бля, я мины, пробегал мины, на, мины, по этому мины, месту, не так, ребята, отправят наблюдательную я, вышку, да. Отставить, уходим на склад НС. Передислокация склад НС, все умяли базар. Да, так, да. Школьники, тихо. Уходим, передислокация на склад НС. Прямо сейчас, ребята. Давайте, у нас 2 минуты 34 секунды. Пошли, пошли, ребята, встаем. Отдефали его уже. Я бы здесь. Его отдефали. Уходим на Красную скалу, ребят. Да ё-моё, только прыгнул. Взять гром. Да, на складах НС взять гром, уходим на Красную башню, на Красную скалу. Сейчас довезу. Артур, го Либер. Давай. Ребята, мне сейчас Либер. Я прошу, ребята, я вас прошу, пожалуйста. Мне сейчас нужно максимальное количество пехотинцев. У нас нет по каким-то причинам вашего количества зергов во взводе. Я не знаю, с чем это связано. Ну, я в смысле, я имею в виду Либер. Мы у вас будем сверху. Чисто над вами только. Иксой, садись, довезу. Потому что, может, садись, стоит галка, кто-нибудь поставил только для подразделения. Иксой, отключи вербовку, включи заново. Отключил вербовку. Дай тебе командира, включи вербовку нормально. Игорёк, давай, на вратах. Да, да, бери. Ой, сори. Вот я так навтыкал. Ребята, гром сейчас выгоняют. Собрал Чарли Дельта. Блядь. Лежи, лежи, сейчас. Лежи. Сейчас подгоню тоже еще один гром. Все подвез на башню как раз с коллегом. И я сейчас тоже подпишу. Дублодится. Так, передислокация, ребята. Спару на башню на Красной скале выдвигайся. Вот наш гром по метке взвода. Туда гром надо пригнать? Уже пригнали. Вика, ну подожди! И диплой нажал. Может, они не заходят из-за того, что там им в игровой чат ничего не говорят? Да вообще не заходит, не присоединяется и все. Не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что у меня красная эта штучка. А может, фоги все повылетали и зайти не могут? Каратель. Ну да. И бы так. Каратель под нами. Под нами погоди, каратель. Ребята, основной удар, точка А, держим ее зубами. Музыки под нами прямо. Эту ПТ-шку, ну, которая прямо под стреляет. Нами. Нет. Уничтожил. Все, может летать спокойно. Каратель, давай соберем. Да. Стрелка. О, не вся. У нас, как я ненавижу наших белых истеричек. Белых истеричек? Белки истерички. Что это такое вообще? Они начинают истерить, все командиры. Командиры начинают истерить в этом в канале. Что-то, у нас отбирают склады НС, у нас все это все. И понеслась, блин. Мы все умрем. Да, и я поддался, вместо того, чтобы двигать дальше, ломать на это, мы переслились сюда. Это кто-то нас орёт. Не, ну правда. Ситховский этот, Артём и Костя. Я посмотрел на Зурван, и блядь. Там, короче, забирали Зурван. Линк был фиолетовый. Нет, не про тебя. Нет, Бузук, почему тут ты? Я не про тебя. Я говорю про то, что у нас эти... Ты мне сообщил уже после того, как белки-истерички начали мне орать, блин, в командный чат, что у нас склад НС, надо срочно, тыры-пыры.
Понимаешь, ну, еще ну... ты мне сказал, то есть как в решающую роль, я в решающую роль сыграл ты, конечно, принятие решения. Да, мы... Коса, коса. О, ну... шестиноги опять зашел и вышел. Ничего, нормально. В их пользу будет сказано то, что я не знаю, это походу баг, короче, то, что когда идет захват территории, обычно красится стрелочка, вот эта, которая идет вокруг, она идет цветом тех, кто захватывает. И в данном моменте она была цветом фиолетовая. Не спорю, типочек. Короче, типочек базуки, вернее. Все нормально. Все нормально, никаких претензий, абсолютно. Просто я этот. Немножко жалко, что бросили это направление. Да ничего страшного, сейчас мы продавим всех. Подняли. Ну да, да, да. Сейчас мы пойдем, мы ребята. Мы сейчас сверху либером сейчас поддавим. Да, смотрите, следующий. Слушай, слушай. Иксуэ, палисад будем отбирать. Тихо, да. Иксуэ, Реда поставь этим командиром Дельта Ксиону, походу, резнуться не может. Кто ее вообще командиром сделал? Она не может кто вышел. Резнуться. А, Милкис вышел, наверное. Она АФК. Ну все равно она где мертва? Она мертва, она наблюдать получит. Тут фоги бегают. Почти посадил. Да здесь скале. Везде фоги бегают. Да ладно, где? Я тебе говорю, три фога... На гром здесь давай. Здесь везде фоги здесь, ребята. Три фога убил, но не факт, что только три здесь. Их больше, правильно? Больше. Можно выехал. Ну, у нас вот почти два фога, как минимум. Парни, извините, конечно, но предлагаю свою кандидатуру на этот, на командира отряда. А почему извиняешься? А что, командир должен сказать сходу, командира мне. Ну. Да, командир делает. Ну, окей, Тропик, ты где сейчас, командир? А да давай хв вперед. Во взводе, во взводе. Ты есть? Хв вперед давай, нельзя тут стоять. Я иду вперед, ё-моё. Ничего, что походу там кого-то забираю. Ты с ним, ребят, нас больше. Да, 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 нормально, нормально. Экстей фоги тут. Макс, ну, вперед, пошли. Тропик, ты в игре? Где командир? Пока еще нет, сейчас я зайду. Я сейчас захожу, ребят. Макс, на входе, Макс. Хорошо, побольше командиром Браво. Так, ребята, продолжаем двигаться на точку А. Вернее, даже не Браво, а Дельта. Ладно. Ребят, тут все по-взрослому. Входи, встречают. Блин, сейчас меня напихают. Уже пихают. Напихали. Клайд. Мау забирают? Да. Ну а что мы хотим? Линк есть. Что мы хотели, ребята? Что хотели, то и получили. Уходим? Да нет. В принципе, если мы... Красную скалу надо взять. Если не возьмем красную скалу, то у нас посыпется опять направление. Опять склад НС и Дарашна. Тропик. А. У кого активация голоса убери. Спасибо. Сейчас. Рус, объективно посуди, три точки. Против фогов, ну, не выдержим. Потом когда-нибудь в будущем, но не сейчас. Хорошо, ладно. Господи, ну зачем вот эта речь? Не сдаваться! Идти до конца! Да, ну, да. Прямо из космодесантников. Не, ну пацаны, чисто объективно. Если была бы, хотя бы, был так, бы... Так, передислокация, все, понял. Передислокация, удерживаем Мау, ребят. Отходим снова на Мау. Я тоже не согласен с своим самым первым решением, что мы сейчас сюда пришли, мы бы оставались на Мау, все было бы хорошо. Классный килл. Два, значит... Нас взорвали полностью все генераторы. Гром находится под северным генератором. О! Точку не знаю, кто там есть. Пока есть момент. Может, мы сейчас все организованно соберемся и ворвемся дефать тех станцию через балкон. Ну я уже ворвался и здесь дефаю станцию через балкон. Только вас не вижу на экране.
Не, просто понимаешь, у нас еще ни разу такого дефа не было. Ребята, давайте сюда. Я здесь один, походу. Попрактиковать бы его. Куда? Да, на мау? На мау, на мау, на мау. Ребята, на мау. Куда метка взвода? Перехакал точку. Как маленькие. Точка перехакивается опять. Не дают дойти. Минус гром. Ой, как их ген дожил. Ну тут зерги в основном. Нет, тут ген нам ген херси. Нужен тут, кстати, на северном гене на крышу маяк. Короче, я сейчас гром по точке загоню. Давай. На точке макс лайнджа будет. Не, зря ты, XV, то они будут заходить прямо в эти ворота, а то в те узкие щели. Ребят, я, похоже, не зайду. Сейчас идут профилактические работы. Да-да-да. Угу. До сих пор идут? Угу. Бля, я представляю, как у меня малой сейчас в соседней комнате. Мой. Бля, он мой был. Спасибо. Вот так хотел на этот алерт. Богдан, прости, ладно. Я за ним охотился с первого этажа. Теперь понятно, почему у нас, ребята, зергов нет. Потому что никто зайти не может. Ну так ты посмотри, население, кстати, Индара и... Оп, ребят, вы под точкой перехакайте наши консоли. Ломайте их, я их начиню. Я инжом иду с патронами, ломайте. Ребят, сколько ребята, еще? Инфаркт на точке. Ребят, не разворачивается, бах. Стоп, 38, 38 минут еще. Нет, похоже, они уже прошли. Они давно прошли. Рефреш нажимай страницу, у тебя будет все хорошо. Я, короче, тут спрячусь на точке и тут сидеть. Подключиться. Они снизу, их много снизу. А они нам нужны, терминал-то вообще? Да. Да. Ну, по-хорошему было бы неплохо. Харасера выгнать, там технику. Короче, я там не знаю, больше я не буду сопротивляться. Дельта, ребята, не за... Лолс 94 нас не слышит, ТТР не слышит. Парни, ребят, перебросьте у меня... Парни, Дельта. Где там жизнь? Парни, Дельта. Давайте на техностанцию МАО, забросьте про эту на красной скале эту херню. Давайте к нам, нам техностанцию МАО. Нам надо удержать это, не дать, чтобы у ванушников были танки. Мы будем держать эту техностанцию. 38 минут всего осталось. Желтый батон, ты что делаешь? Остановись, дай высоту. А если пойти через юго-восточный, врат юго-западный, Брикса, Лабу? Хорошо было бы, но здесь есть ситуация. Да, нам нужен небольшой гандикап, понимаешь? А где килька, кстати? Чё кильки нету? Съели кильку, съели! Я буду подчиняться только кильке, короче. Блин. Тут как походу это самое село, да? Гала? Да. Да здесь все, что хочешь, село, я мое. Сейчас все, что захотело, село, слезет. Че, ребята, верхушка. Ребята, я снимаю с крыши маячки, у них тут их куча. Да здесь и галы ихние, здесь еще... О, слушай, этот... Я через балкон войду. Угу. Есть вариант развернуть? Гром нет, тут баг. Ребят, профилактические работы через сколько пройдут? Неизвестно, у них целый день сегодня так барахлит. Черт. Один маяк не достать, нужен лайт. Thank you.
Бля, Максами, они, короче, с гал выпрыгнули, летят. Пойдут сейчас через балкон будут заходить. Все, нету их, я четверых положил. Да три Макса побежали к балкону, кого бежим. Нету? Телепорт, ребят. По крыше. Три Макса вижу. Три Макса бегут, чего во мне? Один медик. Понимаешь, половину положили их на подлете, они взорвались, я в спину расстрелял. Только три Макса. Ну, три Макса. Они идут по колодцу? Да, идут. Нет, по колодцу, они идут к этому, к балкону. На балкон, какой по колодцу, все, они идут сзади? По крыше, на балкон. Сзади? Да. Ну, четко говорите, а то они по крыше, там два выхода, либо на балкон, либо по колодцу. На балкон они побежали, они там до сих пор. Ждут своих, сейчас наверняка будет еще какой-нибудь дроп. Надо их выносить сейчас, и если ребята, нет на балконе... Ребята, это экстры. Это экстры, их можно серьезно не понимать. На балконе уже, Макс. А, е-мое, хотел в него попасть. На балконе они. Это GTA, во-первых, до круг. По-моему, экстры, я четверых экстров GTA. Положил. GTI, короче. Да, они на балконе сверху. Буквально. Ждут, ребята, они ждут чего. Уже завалили меня. Я ихнего Макса GTA-евского почти в одного вынес лоб в лоб, так что... Склад НС в беде. Знаю, печеньки, почему. Печеньки. Шрам, осторожно, тут Макс делает. Ага. Цепочка вернул, ё-моё. Цепочка вернул. Да ладно. Я все равно промазал. Я тоже. А Макса-то убили, он вниз спрыгнул. Одного убили, одного нет. А нашел его на крыше прыгнул. Слева крыша, побежал. User left your channel. Да, они пытаются скопиться. Я понимаю, давайте все. Склад НС опять проблемный, ё-моё. Нет, я выпрыгивать самого не буду. Мы остаемся. Какая зерги там себе жопу мылят? Мы на все стороны не разорвемся, нас немного. Была бы полная ОТА. Вот тогда были бы варианты, а так. Ты еще нас с ОТА сравниваешь. У нас не полная ОТА, у нас полная РАТА. РАТА. РАТЬ, буквально. РАТ, РАТЬ. На наблюдательной вышке есть кром. Поставь для Дельта туда метку, они там бегают. Я тоже туда резнулся. Игорёк, поднимайся наверх. Сейчас, для игрока не будет. Я в максе, я в максе. Энфак, вы все перекиньте в Альфу или там в Браво. Там, а кто, блядь, в Дельте командир? А ребят, я минус из-за точки А. Я даже не залетел. Они башню заняли. У нас командиров нет, он... Там максы пошли. Спару, ты в Дельту? Чё, давай, дело. КВ наверху, Макс. С инженером. Как починят? Он меня убьёт. Зайду. Да, крой этот. Кометы там. Лежи пока. Там он такой. Ребят, кнопку отожмите. Ну,
Тропик. А? Кнопку отожми, активация с голоса убери, пожалуйста, это пипец. Я убрал, я не знаю. Ты постоянно нажимаешь и постоянно... Не держи тогда ее. То подъем будет на точке, ребят, нет? Я встаю просто. Подожди, подожди, сейчас война идет, очень страшно. Я могу тебе кинуть трясущую гранату, но там их много. Ты готов? Ну, я готов к подъему, там просто я на лестнице лежу. Вокруг тебя толпа, лучше вставай и пошли в бой, потому что я ты все равно умрешь. Да, я все равно умру, так как встал. Расы. Два ниже, по-моему, два макс. Ну, сука. Шрам и Настя, подождите, осторожнее, я с вами. Блин, я уже спрыгнул. Ну ладно, давайте, все, я тут. Ай, уже все скопились. Немного, но есть. На точке? Нет, на балконе. Много на балконе. Короче, вынесли всех там, блядь. Наших или мы их? Да мы нас косы разбили, гром разбили, одну я вынес. Понял тебя. Чисто, ебаный. Южных врат мало, просто. На вышке. Хэ, я первый. Народ, там медик остался, и один макс, все. А, он уже успел это занимать. Давай, Макс, давай, дави гандона. Инфактив, спасибо. Карта, Макс. Есть. Нужен либер. Красиво, красиво, пацаны, красиво. Там еще что-то прыгает. Красиво. Нахуй, пусть прыгает отсюда. Джеймс, подъем. Точка, точка. О, ребят, спасибо, я не надеялся, я тут на Макса нарвался. Нормально все. Энфакуис пришел. Я тут. Все пучком пришел, Энфакуис. Теперь все мы пучком. Точно победим. Оу, все пучком. Обалдеть. Понравилось? Смотри очень. На пол. Я видел, как ты взлетел в небо. В стратосферу. Игорь, ты еще на Максе? Да. Мы держим 50% территории Эндары, нам осталось продержать 27 минут. Было 59, ой, 53 было. Ребят, а патрончики нас... есть, нет? У нас на Эндаре 48%, можно немного булки дорожать. Не-е-е. Тем более, я помню в Воте, когда мы так делали. Нас, когда мы когда в Воте разжимали булки, нам делали больно между булок. Это да. Ой-ой-ой. Какие подробности. Это алерт. Это алерт, пока алерт. Да, я понимаю, понимаю. Надо эти булки жевть, чтоб лом перекусили. И будет все путем. Ну это как у десантника. Отвага, именно страх, так. Да? Парни, нужен стрелок на либер. Сейчас опускаюсь к станции. К респу. Ну чё, пацаны, кто-нибудь постреляет? У грома сел. Чё, мы дефли? Давай. Да тут косы вас сейчас вынесут. Ребята, я вижу, что у нас просто тупо не набирается, я всех в один отряд совмещаю. Моля, какой стрелок. Да, давай. Давай. Просто тупо ничего, никто не идет, да? Да некому идти, походу, к своему. В натуре никто не может зайти в игру. Быстрее кто-нибудь. Ой, лишь бы не вылететь до конца алерта. Я так жопу рвал, чтобы выиграть. Не, ну серьезно. Вы не видели, как мы с Редом нагибали эти танки, как мы от двух кос улетали, как взрывали эти громы? Ты скажи, через сколько закончится алерт? Я тебе скажу, вылетишь ты или нет. 26 минут. Возможно, не вылетишь, возможно, вылетишь. Это как блондинки спрашивают, какова вероятность встречи с тиранозавром? Ванга. Ребят. 50 на 50. Десятый у нас 100. Спарова, давай быстрее на стрелка. Не, я так, да на вкусу вынесу. Давай, бузуки. Да не ссы. Где ты? Да вот он я, рядом с лицом слева. Я хэвик. Да не важно. Главное воевал. Я кос стоял отгонял. Кос. Пошло отсюда. Да, я тоже об этом как раз подумал. О чем? Вот, кос отгонял. Макс на рем подумал. Хэва, неправильно делаешь, смотри как надо. А, уже труп. Кто там? Сверху.
сверху. Тут эти GTA-шники что-то тыркаются. Я тебе поворачиваю Далтон туда, оттуда стреляй коса. Да я не попаду в Далтон. Какая разница, ты стреляй, главное, чтобы он обосрался. А там он меняет балансировку и падает, да? Снизу, ребят, снизу Макс и пара. Давай, 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 сейчас попаду. Ребят, инженер. Откуда идут? Они прям снизу под этим самым. На прыжковую идут, ребята, по-любому. И все время пушка имеет. Слева. Да, на прыжки идут. Сейчас я вам удачно зашел. Плохо. Плохо. Это получилось. Всё? Он это на врата съебался. Уходим, уходим, мы сейчас уходим. Умрём. Да-да-да. Уходим, уходим. Мы сейчас умрём. Да не ссы. Ребята, не диалоги понял, тише, да. Диалоги, пожалуйста, тише чуть-чуть. Оттуда. Мы умрём. На третий, на третий. Макс тут. И запомню. Макс, ребят. Остальные яйца. Чё, вы их приняли, да? Нормально. Да, приняли. Я не видел, кого мы приняли. Я одного меда тогда бил. А я тут в спину зашел такой, и тут их трое на меня, блин. Патроны можешь кто кинуть? Теперь да. Ну чё, вот я не знаю, как-то они берут красиво все очень. Когда меточку ставишь на падение, они начинают брать. Расстреливай. Так, ставь меточку. Где он? Ставлю. Он улетел на врата. Он обещал вернуться. Это свои. Ты вокруг Карлсон все завязан. Чё, чего, спал? Свои. Чё, ничего, а чё я сказал? Ты говоришь XV, потом свои. Я говорю, это свои. Видишь XV, долби. О, Макрайдер. Зависни, за... где? Макрайдер под нами, прямо. Блин, ребят, батарейка в мышке силы. Правду говоришь. Всё, лох, ты беспомощен. Молодец. Ничем не, ну не знаю, как тебе помочь. Лох, это судьба. Там пех выскочил. Точка. Ай, спину. Точка, отстреливай. Тут фарма, я его. Ой, я два макса. Малахит. Макрайдер впереди. Ой-ой-ой, сколько их зашло, ребят, не это... Ооо... Печеньки! Не забросать, валим. Валим, валим, валим. И мне вовремя мушка села. Третий. Ну так втихаря подкрались, падли. Блин, а так клево было, я... А, фоги, охренеть. Чё это они объявились? Видишь, они ссутся. Чё они объявились, я не понимаю, а? Ну пришли отпиливать, мяу, у них же Макрайдеров хорош. Нет. Ребят, Макрайдер. Давайте на АЭС собираемся, отобьём это. Как ты видишь, а, вижу. Ребята, я по-своему попал, а не по Макрайдеру. Ребята, не фаним, не фаним, не фаним, ребята. Так, ребят, кто на техностанции? Собираемся, меня Макс. Меня Макс. Так что сейчас все порвем. Давайте, ребята, быстрее накапливаемся, не идем, накапливаемся. Быстро, быстро, ребята, шустриком. Касан на трубе сидит. Слезть с трубы не могу. Слезть с трубы не могу. Вот труба. Уходим. Быстрее, поздно, ребят. Уходим. На третий пересаживается. У нас инжи есть? Нет? Нет, мы в один конец. О, блин. Жалко Максика. Макса первый. Зашел. Макс ушел. Так скажите мне, пожалуйста, сейчас стандарт. Да. Вы с нами пошли быстрее наверх. Все, выпрыгиваем. Она жива. Так, о, три мага, коса. Три мага, три мага здесь. Сейчас я эту косу убрю. Когда-нибудь писал моду для Skyrim? Не факт. Не вижу я ее. Сзади коса. У меня третий, быстрее, садись. Я не знаю, для этого... Макс минус. Два макса. Типочек, ты красава. Нет, обязательно. Типочек, там живые? Давай, выгнали давай. Их нахуй. Можно и с торрента скачать. Еще давайте, ребят. Я прогнать-то прогнал. Где там у нас стрим шел? Скиньте ссылку. Сука, его добить осталось, глянь. О, сейчас сдохнет. А, для первого раза не сдохнет. Второй, блин, еще один Макс там. Там их дохрена этих Макса. Иду снизу, буду еще смотреть. Давайте, давайте, ребят. Быстрее, 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 ребята.
Нужны медики, нужны... Так что, медиков, да? Да, медики, Макса лежат наши. Что за херня? Точка перекрышек. Подожди, подожди, спароу. Блин, чё, я чуть не убегаю. Вместе пойдем. Что за дела? Меня почему-то пишут, что профилактические. Ребята, работы. Макс минус, помогайте, я еще живу, давайте быстрее. А, я тоже не могу зайти. Идем. На балконе ждем. Быстрее, пацаны. Пацаны, ну быстрее, блин. Тише. Я валяюсь рядом с подъемным этим. Все, отбили. Через правую пошли. Хардкор обожаю тебя, ты красавчик. Фух. Оттуда что-то швыряет. Скиньте ссылку на стриме, я не могу зайти. Сейчас. Твич. Сейчас. О, кстати, сбрось домен ринг, пожалуйста. Я вам сейчас скину все. Боги выгнаны нахуй. Собственно. Тренера надо. Кто? Блять, маяки! Да. Спасибо. Блин, это такая же фигня. Кому инж нужен? Содержание всем, на балконе быть всем нужен инж. Иду. Мне надо, блять, переключать. Ладно, позовите, короче. Кстати, чат я читаю, так что можете общаться, если что хотите. Спасибо. Лайки приветствуются. А я что-то не знаю, что нажал подписаться. Парни, кто-нибудь с балкона, как выходишь на улицу, слева два маяка, снимите их. Лайт нужен, конечно. Да там не лайт, там просто спрыгнул. Ребята, они... сверху. Они стоят на парапете. Перепрыгнул, да, через перила и спустился. Нет, гром, я говорю, понял. Они стоят на... наверху. Фоги, они стоят пригнали. На парапете. Тут ситки отряд придет. Там наверху, да, ребята, на они на парапете сидят там. Ну, какой парапет, вы о чем? Смотри, блин, ладно. Видишь, куда я стреляю? Ребят, косы летят. Где Ксиона лежит? Да сверху лезут, ёб твою мать. Нужна помощь, туда иду. Уйдите с балкона нафиг, ребята, они разберут нас. Они на балконе, да. Отходите, они сверху. Отходите, они на балконе. Отходите с балкона. Ремонт. Их там еле видно, так что не лезем. Пускай зайдут к нам. Под нас пускай заходят. Да, но... плохо, что они соберутся. Заходят в левый балкон. Фу, левый проход. Точка, точка. Справа в конце он будет. Точку захватывает. За точку хуй с ним. Перехакаем в любое время. Вижу гром. Гром 6 часов от точки. Спрыгнул один там. Фармим фогов, ребят. Я хэдшот словил с этой, с как его. Ну вот этого. Пш-пш. Как она называется? Комета? Ну вот у вас в руках эти штуки. Фракчера. Да, вот с него. Это я дал. Хэдшота. Да, мы так и поняли. Пш-пш. Ну он стреляет, пыщ-пыщ. Алло-ло. Ну да. Я водитель НЛО. Я сейчас на это... А у нас терминал там наш? Пойду, хочу поменять. Покиньте, ребят. Джинджи, ты маленькая терминал девочка. Наш. Не, а вот пехотный убрали, что ли, блядь? Да, вы его убрали. Сочли его более читерским, чем ванушный Макс. Макса, да? Ну-ну-ну. Кого убрали? А, терминал, да, терминал внизу стоял под точкой. О, палисад. Пехотный. Вообще ништя. Я пойду на респу схожу, поменяю этого. Ракетницу. Это у меня ПВОшная. Блин, патроны пропали. Во. Пивасик. Смотрите, что, пацаны, сюда ко мне выйдите, там GTI молодец, что-то бегают. Ребята, на... Инж нужен. На 12 часов по карте, ребята. Не вижу. Инж надо. Проехать, блядь.
Ребята, гром за скалой на 7 часов, даже на 8, я бы сказал. Там, ну, наши танки их зафармят, все нормально. Ну, в принципе, да. Будь здоров. Будь здоров. Да я просто... У тебя, я так понимаю, аллергия на фогов, да? Да, капитальная. Как вижу, так прям не могу. Да. Ситхофотон, это прикольная штука. Читаю ситхофотон. Ситхофотон. Ну, ребята, сейчас у нас начнется секс, причем очень сильный, очень громкий. На технофанции все больше и больше людей. Да это понятно. Расщепляторы рулят, кстати. Да. Расщепляторы? Я их так называю. 53% до конца алерта осталось 14 минут 19 секунд. Блин, кто-нибудь эти ящики убьет? Блин, задолбали эти профилак. Тебе пожелали... Да, это не профилактика. Инфактус, тебе говорят, Кембридж СФУ говорит, будь здоров. У нас появились... Те, никто не могут зайти, могут посмотреть стрим. И нам от тебя, как говорится, говорят тебе обо всем. Значит, Инфактус говорит, что должен быть стриминг лайв, должен быть не красным, а зелененьким, что все идет нормально, да? Да. А, XV. Да-да. Хочешь совет, чтоб много было просмотров? Хочу. Разденься и потанцуй на мне. Ой, детка, давай, давай. Я тут вот попа на стуле еложу. Дальше что делать? Скинь ссылку в группу Planet Side в официальной странице. Да, и попробуй добазариться с админами в официальной группе, что вот мы каждый вечер стримим. Я да, хочу, ребят, смотрите, твой. Ребят, вот смотрите, что я хочу сделать. Я объясню свою позицию, вы скажете, я не прав, я лошара или же еще что. Я хочу, чтобы у меня было, чтобы они видели, что уже на канале, вот, который на Твиче, у нас 7 вечеров по 4-3 часа есть стримы. То есть у нас... А они вообще смотрят этот Твич? Нет, они смотрят Твич. Они смотрят Твич, да что ладно. Есть... Вау. Нет, я имею в виду, что у нас уже были проведены 7 стримов, что это не новая штучка какая-то, которую ребята там делают специально, чтобы там получить какой-то бонус от организаторов, понимаешь? А то, что это идет, идет постоянно, и после этого это легче будет продавать. Вы видите красные точки слева? Да. Ой, снизу. Да. Это Максы. Что делать? Максы идут. Что делать? Мама, Максы идут. Если не знаешь, что делать, стреляй. Это доктрина Церенов. Не знаешь, что делать, жми на курок. Ну вот именно. Страшно. Опять тут ХВ. Страшно, стреляй туда, куда страшно. При любых непонятках стреляй из пулемета. Да. Если что-то вообще не понимаешь, стреляй из ракетомета, бог разберется. В чем-то не уверен, ки гранату. XV, ну мы после алерта-то колесо твое пойдем запасной искать. Да-да-да, обязательно. Мы... Оно где-то укатилось в Эльдаре. А, кстати, Бузуки помнит, кто его украл. А, его украли? Да, запаску. Кто? Бузуки, по-моему, говорил, кто какой-то эпик. Эпик Синк, он говорил об этом. Что вы делаете? Ой, у меня руки чешутся. О, ребята, гром на 6 часов. Гром на 6 часов. А, хардкор, Ксиона, что вы делаете? Вот тут. У нас своя атмосфера. А вот меня сейчас убьют. Я тебя прикрою. Вот меня еще. Убили. Ты не прикроешь меня, он с комет стреляет. Я бегу. Так, ребят. Все, не материться. Не успел убежать. Нас смотрят маленькие дети. Насколько они маленькие? Ты издеваешься? 9 лет. 9 лет. Нет, не материмся, ребята. Говорим вместо матов. Редиск. Так, меня я убивают эти вас, овощные. Да. Ребят. Овощные ребята меня убивают. Это просто... Ребят. Да-да-да. 9 лет я знал не намного. Иксви, убегай. Больше туда. Того, чего знаю сейчас. Так что можно. Ты вундеркинд, а у нас папа играет. Так что не будем портить ребенку мораль.
Господа, это меня да. Тут светящийся ванушник убил. Как бы есть возможность, помогите. Кто может, могу. Сейчас убьем. Кто может, помогите. Планета Шелесяка. Гром, минус. Я не понимаю. А, ребята, я предлагаю, спасибо, Типочек. Пешим зергом мы идем в сторону, как предлагал ранее тот же Типочек. Меня опять уронили. На юго-западные врата Мао. Идем туда, ребят. Господа, медики. Спасибо, Хардкор, ты настоящий друг. Блин, ну не надо меня опять убивать. Да они со скалы херачат. Стреляют. Мой друг. Херачит не мат? Как раз таки корень слова другой. Не хрен, по крайней мере. Не овощ. Хреначат. Вот. Он маяк так у нас на горе справа. Вижу, он моя цель. Я почти добрался. За хрень. Я замочу этот маяк. Короче, нам надо обходить вот это все дело вокруг. Или лайтом. А пока крутится барабан. Доблестные воины Аураксиса. Подразделение РАД. Снимаю метку. Надирали задние места НК Ивану. Я сижу и играю в Skyrim. Фу, срод, да! Не онлайн? Нет, простой скорее. Онлайн будет весной. Да он поднадоел мне уже. Он какой-то бесконечный, я бы так сказал. Ребята, вы не представляете, я не прошел PS4 Oblivion, хотя уровень от корки до корки, я не прошел Skyrim. И я не прошел Skyrim. Дно... А что такое Skyrim? Я на Новый год его пройду. Надо купить. В новогоднюю ночь я буду играть Skyrim. Я буду играть с тобой, и мы будем вести с тобой праздничный стрим по этому поводу. Skyrim. Пацаны, у меня вопрос. Знаете, да. Вот в Skyrim'е маски мы такие не фу-фу-фу, всякие мы разные. Старые. А-а-а. Собирали вот эти маски железные? Все собирал? А-а-а. А вот я блин, собрал. Интересно, что будет, если все собрать. Там же ты это... уверен, что тебе... Не-не-не. Хочешь, чтобы я заспойлерил? Лучше их собирай, это реально интересная вещь, очень. А если ты играешь этим, кто кем, кстати, играл? Я воином, я не люблю этих магов, эльфов. Я лучник. Лучник? Я да. Ворами играю всегда, тырю все, что плохо. Ну я тоже, подкрадываюсь издалека, луком бью, а потом... Не-не-не, да, интереснее будет спросить, какой расы играем. Бузуки тебя дети смотрят. Эльф. Норд. Я темного эльфа брал. Я случайно. Ребят, угор, иду. Это, пацаны, вопрос был где-то. У тебя есть девушка? Нет, у меня есть 27 уровня эльф. Эльф 80 левела. Ну или как там? Рома, нет, там было кто по жизни, да? Там как-то эльф 80 левела. User joined your channel. Yes, я вот играл каджитом, у меня он был... Кошак, я тоже с каджитом играю. Кошак. Мяу. Я тоже за них играл. Потом у меня Норд. Нет, не Норт или Норт, я не помню, кто там. Уже маг. Ребят, маг 7 уровня, ребята, нам на лабораторию брик. О, ребят, мы практически все отпилили. Ну, как говорится, нам будут говорить изи мод, вы выиграли только благодаря тому, что ребята не могли. Я буду заносить. Ну мы будем соглашаться. Да, мы, я уже привык, что меня тут в какой только хуйне не обвиняли. Да, фигни тебя не обвиняли, согласен. Ремарочку добавил, да? Да-да-да, я не могу тебя запикать, понимаешь? Пип! Так не могу сделать. Жалко, не сделали освещение на Макс, чтобы они, знаешь, включали освещение, как в этом Tron Legacy. Там переливаются все цветами радуги. Да вон, здесь же у ванушных Максов освещение. Так кто ванушный Макс? Зоя. Это не Зоя, они там мерцают, переливаются. Кстати, что хочу сказать за Тес онлайн. Ты быстрее говори немножко. Сейчас подожди. Настюха, стой! Ты 1000 метров бежишь. А че ты как в обход бежите? А нам сильно сюда... бежишь. Да я не могу бежать медленнее. Фитнесом занимаешься? Да, сбрасываю лишние килограммы. Может, гром выгоним?
Да мы уже добежали практически, там что, 800 метров осталось, ребят, чего? У кого-то 800, а у кого-то... 1000, а вы куда бежите? В кратер, куда нам еще бежать? А, в кратер? В яму. Я думал, в яму. Самую жесткую яму. Я сейчас Брикс и Гром туда привезу. Я замечу одну вещь, что сейчас все стали говорить слегка медленно. О, 5 минут, ребят. Ну да. Ну, как всегда, я не могу зайти, потому что геймпер не будет. Не, просто у меня уже задница так занемела сидеть. Я уже хочу пойти уже отдыхать. Ладно, выражусь так, блядь. Летних попа у меня занемела. Поможет. То есть задница это было не конкретно, да? Ну, как бы 9-летний смотрит. Тихо, тихо. Да, не надо. Кстати, передаю привет Роману. Пользуюсь моментом, передаю привет друзьям, а мне, которые пользуются моментом. Мама, привет, я в телевизоре. Здравствуй, сынок, здравствуй. Мама, Руслан, какая жесть. Руслана, может быть, кстати. Настюха, да погоди! Вот, мама ты Богдана чё, не будет никогда. А меды, наверное, что-то типа быстрее бегают, что ли? Ну, да, они с аппликатором, меды, с аппликатором они таблетки. Быстро бегают. Они когда с аппликаторами, они быстрее бегают. Да ладно, инженер так же? Нет, только меды. Да ладно, я не знал. Ну, правильные что-то. Пацаны медами играют. Не, у меня метки мне кажется, да. Просто Макс медленно бегает. Макс в самом медленно бегает Максом. Если да, не да, на рывке, мы очень медленно бегаем. Ну, кроме, конечно, ванушные Максы бегают моментально. Такие ха-ха-ха-ха. Хер убежишь от ванушного. Побежал, пострелял и убежал. Выбежал, получил, убежал, да? Там. Блин, я Настюхой в самую пропасть. Я чуть Макса не сломал, пока спускал. Вот такой я нуб. Угу. Зацы есть грём. Внезапно. Внимание! Самолеты противника! Йо-хо-хо, и мы уже тут. Йо-хо-хо, арх! Да на торренты. Ну да. А насчет графики? Skyrim Online намного отстает от графики, которая есть да, в Skyrim да. Обычно. Если в Skyrim... Просто не Skyrim... Умнейший. Что ты как-то просто про это... Если они не обосрутся с квестами, если они сделают их интересными и серьезными, я уже это играл два раза на бете. Я на бете играл. Ну, как она закрытая бета называется сейчас. А у тебя я два уикенда играл. Дорогой, а у тебя ты не подписывал разве да, не разглашение? Так а какая разница? Non-disclosure agreement. Ты не имеешь права говорить то, что происходит в игре. Так, да расскажи, расскажи. Как юрист компании беседы, я тебя предупреждаю, тебе хана на что. Я брал у дружбани ключ. И ага, мы выслали значит, почему-то. Мы твоего, вместе подписывали значит, эту тему. Дружбену канал, значит, понял? Так вот, так, и игра получается записал. Классная. Игра получается крайне классная. Ребята, но опасения есть, что квесты будут. Опасения есть, что с квестами они могут обосраться, потому что то, что есть сейчас, это не квесты, это унылая понимаешь, фигня. Понимаешь, не взял квест, локи пустые. Не взял квест, здание там пустое. Skyrim был наполнен живностью. Он был живой, ты мог пойти куда угодно. Это бета. Понимаешь, там еще ничего нету. Там ничего еще нет. Это ну, только закрытая бета. Ладно, ладно, я ничего не утверждаю, но говорю пока что он уныл. Ну, естественно, это бы там ничего нету. Бесконечно уныл. Там всего. Что? А помните, как был бесконечно уныл российский планет сайт на ЖБТ? Под конец, когда вообще народу не было. Я не был на СБТ, так что ничего не могу. Вот вообще, честно говоря, вот я не понимаю, мы вроде здесь большая часть нас здесь играют хардкорщики. Да. Почему именно Skyrim? Почему, допустим, мне тоже Dark Souls? Так, не это разные вещи. Тоже тип игры. Ну, тип игры тоже, просто разница только в сложности. Грубо говоря. Очень грубо говоря.
Ну да, очень грубо говоря, но суть одна. А, ребят, а, объясняю, а, давайте, чтобы по хардкорности Skyrim и Dark Souls практически одинаковые. Здрасте, приехали. Да ну ладно, ты что? Блин, да вы чё, Dark Souls? Пацаны, пацаны, ты пацаны, что перебивайте, пусть как-то расскажет. По, объясняю, я не объясняю, по, я объясняю, по, во-первых, Skyrim чем хорош. О, господи. Огромное количество квестов, тем он они не берут. И, во-вторых, я там как, блядь, тоже дьявол, да? А мне в Skyrim играет в основном. С победой, ребята. Фанатики. Ура! Ура! Спасибо. Ура! Ура, товарищи. Зафуги. Ура! Это хорошо. Так, салют, все, Макс, устраиваем. Ну что же, работает фигня? Нет, нет. Печалька. На меня. Безысходность. Так, ребята, очень сильно беспокоит один вопрос, куда делся Килька, я просто не понимаю. Ну одно дело рассказывали, а другое дело попробовать, правильно? Ну, давайте я вам расскажу про обе игры. Килья, а Киль Ботта? Ну, наверное, у него онлайн, у него дела. Если кратенько, Dark Souls это настоящий хардкор. Самый-самый настоящий. Да, плохо без Кильки вообще. Там один раз у меня момент такой был, что я вот очень далеко танк ушел. Иронизируешь? Очень далеко. И меня начали да нет, травить почему жабы. Иронизируем? Снежок! Чего? Жабы? Пашка! Жабы. И они травят очень капитально и на постоянной основе. То есть нужно идти и себя снимать эту отраву. А снятие стоит, во-первых, дорого, но это не суть. Чтобы пойти и снять себе отраву, это нужно возвращаться где-то минут 40 идти обратно. И потом еще столько же возвращаться на ту точку, на которой ты был. И я вот так вот 6 раз бегал. Да, это даже не хардкор. Тут вся хардкорность, понимаешь, вообще, хотя бы в управлении персонажем. Да я на джойстике играл, там все просто очень. Даже в этом. На джойстике, да, но на клаве это просто... Не, я первый раз попробовал на клаве поиграть, то я сразу же понял, что невозможно будет это делать. На клаве не в сказке сказать, не матом описать. Потом я пошел и купил джойстик. Ну, кстати, вы зря. Я, например, играл на клавиатуре, потому что у меня братан забрал джойстик в FIFA поиграть. Я не знаю, я на клавиатуре кое-как. Да, кстати, на клаве кое-как. Реально, ну, кое-как, да. Первые 3 дня, конечно, я плевался, забивал, бросал.